В Магадане виртуально звучат последние звонки. Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки встречи организовывают в онлайн-формате. Сегодня попрощались со школой ученики первого лицея имени Надежды Крупской. В режиме видеоконференции выпускников и их родители поздравили учителя. Также с торжественной речью выступил мэр областного центра Юрий Гришан. Как в песне поется, буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Научили вас и писать, и читать, и считать, и производные брать. И вы выросли, возмужали и стали настоящими людьми. Вы учились в одной из лучших школ Магадана, первой во всем. И я думаю, что память об этих днях, она будет у вас всегда. Учителя, которые находились в зале, соблюдали все санитарные нормы, надели маски и перчатки, а также сидели в полутора метрах от друг друга. По словам директора Натальи Гришенко, организовать дистанционный последний звонок было непросто. Однако за последние пару месяцев, в течение которых школа была вынуждена уйти на онлайн-обучение, технологии педагогический состав освоил. Конечно, это очень сложно. Все, что новое, оно, конечно, вызывает как что-то новое. Но я вам хочу сказать, что так как вот уроки у нас тоже практически вся четвертая четверть была в онлайне, то есть я хочу сказать, я вижу тоже в этом положительно какое, что мы овладели все этим. И уже что-то нам это помогло. Конечно, это сложно, это трудно, потому что мы это проводим, видите, натурально. Вы сейчас все это увидели. Но надеемся, что все у нас получится. Дистанционный последний звонок постарались провести так же, как и обычный. И учителя, и выпускники подготовили номера. По словам организаторов, главное в такой эпидемиологической ситуации не лишать детей праздника. 34 выпускника, из них 7 медалистов. Впереди еще единый государственный экзамен. Однако педагоги уверены, что ребята совсем справятся. Учителя надеются, что на выпускной вечер ребята смогут прийти.